Воробьевы горы, смотровая площадка – это место встречи с победителем Олимпийских игр в эстафете 4 по 100 легкая атлетика Николай Александрович Сидоров. Ну вот он как раз. Николай Александрович, историческое место. Стадион имени Ленина, да, с новой крышей. Вот с чем связано вообще это место для вас, как для спортсмена? Ну, Лужники традиционно, это мекка спортивная, понимаете. А в те годы это ж вообще было, ну, вот это праздник был, и, в общем-то, ну, и, честно скажу, это мое вообще любимое место. Я еще в детстве занимаюсь здесь футболом, в футбольной школе ФШЕ. Мне всегда здесь нравилась и природа, и вот все вот это. А сильно поменялось вообще вот за 40 очень лет? Сильно. Очень сильно. А что изменилось? Как в лучшую, так и в худшую сторону, честно вам скажу. Да? А почему? Раньше был единый стадион, сейчас добавилось столько заборов. Каждый практически объект огорожен, площадка там. Раньше было все в комплексе. Но природа тут всегда была великолепная. На берегу реки, с обоих сторон, это, ну, вот, в общем-то, изменения, они, если только и произошли, то в лучшую сторону. Много дворцов построили, и новых, и бассейн обновили. И еще сейчас идет реконструкция. Ну, вот, обновили детский городок. Ну вот, сделали современные дорожки, ну вот, в общем-то, ну, двигаемся вперед. Ну, к Олимпиаде же тоже велись работы, да? Ведь стадион-то стоял давно, да? Основа осталась. Основа осталась, да. Северное, южное ядро, вот где мы готовились к выступлению на большой арене, разминочные поля были, северного и южного ядра, все это осталось. Скажите, вот как шла подготовка к Олимпийским играм? Была какая-то накачка, вот эти планы партийные, что обязаны, домашняя олимпиада, соответственно, строгости, контроль. Вот как это все было? Тут, может быть, даже не накачка извне, а накачка была внутри каждого спортсмена и тренера. Все-таки домашние мероприятия, и лицом в грязь никак нельзя было упасть. И тут каждый как-то старался. Но я вот честно такое со стороны накачки не видел. Все готовились по плану, на учебно-тренировочных сборах. Подошли отборочные старты, выступили. Потом опять собралась полностью команда. Мы находились на базе в Подольске, там традиционная, да. Ну, а потом переехали в гостиницу, в Олимпийский комплекс, и уже тут, как говорится, приступили к выступлению программы. Сама Москва, вот как вы считаете, сильно преобразилась к Олимпийским играм? Вот очень деревня сильно, Олимпийская. Очень сильно. Деревня вообще, ну, вот было это новшество, ну, вот я первый раз был, вот это все было, как говорится, ну, уютно, комфортно, все. Вот и стадиончик рядом, и питательные пункты, и абсолютно развлекательные. И я хочу сказать, вот сейчас были на встрече, там гребцы говорили, что вот мы только видели комнату, еду. Это самое. Я, честно говоря, как-то свободно себя чувствовал. У нас программа довольно расширена. Я выезжал в Москву, посещал родных, близких. Ну, вот, и, в общем-то, конечно, здорово. Вот реакция родных и близких на Московскую Олимпиаду. Они что, по стадионам ходили, прикованы к телевизору? Все было были абсолютно на стадионах. Да, тогда же была система выдачи билетов по предприятиям. Там это самое, конечно, не всем удавалось посмотреть, там, например, любимые свои виды спорта, кому-то бокс. Ну, кому что досталось. Ну, а общая такая атмосфера, это была у всех праздник. Я вот, честно, не знаю человека, который бы с негативной стороны относился к Олимпийским играм. Да. Что самое интересное, еще я добавлю, в метро, когда перемещаешься, люди подходили абсолютно незнакомые. То есть я еще тогда... То есть вас узнавали? Да, никто, и форму я не одевал тогда, как-то хотелось так пройти. Но все равно подходили, которые, видимо, следили за легкой атлетикой. То есть это вы еще не стали олимпийским чемпионом? Нет, ну да. А после потом уже, естественно. А когда стали олимпийским чемпионом, вот что это за чувство, когда подходят болельщики? Для меня это было вообще, вот я ходил какое-то время в каком-то, не знаю, чувство, сейчас передать его очень сложно словами, но...
на каком-то эфире в таком. Вот шла подготовка, и вдруг наступает 80-й год, а в 79-м в декабре, по-моему, вводят войска в Афганистан у нас, вот эта операция, и начинается колоссальное давление вот стран-сателлитов США по отмене игр. Задергались в команде спортсмены, вот те, кто готовился, что может действительно не состояться, что вот этот праздник? Ну, 80-й год, так по памяти, честно говоря, особой дерготни не было. Вот больше было в 84-м, что не поедем. Mm-hmm. И так и случилось. Mm-hmm. Вот в мае месяце нам объявили. Да. А тогда как-то готовились. Например, я знал на все 100, что игры будут. Хорошо, а то, что вот американцы не приедут, все-таки в легкой атлетике американцы это, ну, да, одна из сильнейших, да. Сильнейшая команда. Ну, жалко, но что делать? Жалко. Я вам хочу сказать, что в 84-м году с результатом, который мы показали в эстафете на дружбе, здесь же в Лужниках, мы бы с этим результатом в Лос-Анджелесе могли стать вторыми. И в том же 84-м году в Токио на матче 8 наций мы их там обыграли во главе с Карлом Льюисом. То есть вот тогда... То есть Карл Льюис даже не помог, да, вот не этот? Не помог, да. Удивительно. Так что обыграли. Вот период вот этот 80-й год, 84-й, 88-й, где ребята подтвердили успех в Сеуле, опять выиграли. Ну, вот он был такой, ну, вот, ключевым. Хотя до этого тоже, если покопаться немножко в истории, редкая Олимпиада обходилась в эстафеты 4 по 100, которая в тройке не была. То есть спринтера были у нас довольны. Это, хотя на первых ролях мы, может быть, слышим только Валерия Борзова. Да, да, как правило. Ну, вот, но эстафетная команда всегда была близко. Ну, Борзов все-таки один бегал, а когда эстафета, один, там да, уже четыре, да, человека, это, знаешь, как вот первый космонавт, и потом уже последующие, да, их, да, так, да, не очень запоминаешь. Ну, да, это разные виды, разные виды, конечно. Ну, тут вот с одной стороны, как бы это самое, и, ну, ответственности, мне кажется, больше, чем в личном виде. Не подвести товарищей, не подвести команду. Вот вы непосредственно готовились к эстафете 4 по 100. Изначально схема была выстроена, что кто бежит первый этап, кто второй, кто третий, вы бежали второй этап. Да, второй и вы этап. Именно это отрабатывали? Нет, ну, во-первых, я готовился к 200 метров результата. Ну, вот, в общем-то, пробежал в полуфинале и не попал в финал. Хотя, если бы результат был бы, который в забеге, мог бы участвовать в финале. Немножко, видимо, где-то психологически был неподготовлен в этом плане. А эстафету определили окончательный состав уже на самой Олимпиаде. То есть вы не знали этого, да? Ну, не то, что не знали. Костяк был, но произвели замены, поменяли этапы. Володю Муравьеву на первый этап поставили, там должен был Саша Аксинина на третий. А Аксинин участник предыдущей Олимпиады, призер, да. То есть опытный в команде. Основной костяк, да. А последний этап бежал Андрей Прокофьев, барьерист. Ну, один из лучших результатов на 100 метров, очень талантливый спортсмен. В эстафете очень важный момент, и который точится и отрабатывается, вот от передачи самой эстафеты, палочки этой. И вдруг неожиданно прямо на Олимпиаде сколачивается вот эта четверка. Ну, вы знаете, извиняюсь, что перебиваю, до этого практически целый год мы отрабатывали в разных составах, где-то, ну, наверное, человек 10-12. Готовы. Да. То есть и уже к самой Олимпиаде подошли в такой форме, кто уже отобрался. То есть разбуди ночью. И практически передадим как положено. Как американки не потеряете. Вот да, недавно был. Да. Честно говоря, на моем веку я не помню, что мы теряли палочку. Не помню, честно. На всех ответственных соревнованиях Европу выиграли в 82-м году. Не помню. Но теперь, оказывается, можно потерять и перебежать со стафетом. Ну, видите, как меняется мир. Да. Как меняется. Или упасть на 800 метров, да, и тебя допустят. Тогда такого не было. Вот ваше ощущение, все-таки вы застали героев Олимпийских игр там 60-х годов, 70-х годов, ну, тогдашних ветеранов, да, вы уже следующее поколение.
И вот сейчас вы смотрите Олимпийские игры уже 90-х, 2000-х. Ваше ощущение, Олимпиада как-то меняется, и что в ней меняется? Меняется. А что? Меняется здорово. Ну, во-первых, вот эта финансовая сторона, старты, которые денежные. Вот эта бриллиантовая лига. Лига это самое. Может быть, они, ну, выросло, вырос спорт, может, так и нужно. Но мы тогда за флаг, за честь, за народ, за родину. Ну, вот. Может быть, и теряли, но вот в финансовом плане практически коммерческих стартов раньше не было. А сам статус вот Олимпиады по сравнению вот с его значением, вот как бы мифом таким, который был тогда и сейчас, вот в этом плане происходят изменения? Ну, вы знаете, я был уже после в качестве туристов, только туристов на Олимпийских играх. Вот какой праздник был в Москве, вот эта обстановка, она как-то осталась вот навсегда. То есть больше не встречали, да? Вот следующие Олимпиады, может быть, от того, что я не был в команде, может быть, я не так это ощущал. А но вот как зритель все равно... Как турист, да, это... как турист. Но... Вы даже больше могли ощущать. Может быть, но вот именно такая командная, что там внутри, ну, вот это самое... Тут было единое такое ядро, которое и жили все вместе, и, в общем-то, это стало. Сейчас в современной легкой атлетике есть определенные проблемы, да? Как вы считаете, это, наверное, сильно ударит и по виду спорта у нас в стране, а возможно потом стартануть и выйти, возродиться, что ли, так назовем? Ну, уже не ударит, а ударило. Да. Ударило, и мне кажется, уже опускаться ниже некуда. И пока вопросы нерешенные, целый ряд вопросов. Как выходить будем, пока не знаю, честно. Вот нет у меня даже вот оплаты этого штрафа. Он не даст какой-то существенной это помощи. Я думаю, долгий процесс. Долгий процесс. И самое тяжелое, вот это мое мнение, что нету сейчас человека, который мог бы это все на себя взвалить достойно. Который имел вес. Личности. Вес, да. Вес это самое. То есть ветераны уже ушли, молодых как бы пока не наблюдается. Ну, процесс тяжелый, но надеюсь, что выйдем. Ну, не скоро. Можете назвать свою тройку вот за целую эпоху, там, скажем, там, ну, 40 лет, может, чуть больше, величайших легкоатлетов? Какие фамилии и кто это? Наших? Или... Может, и наших, и не наших. Ну, для меня, вот, например, в свое время кумир был и всегда, наверное, остается, это Виктор Санеев. Во-первых, как человек и как спортсмен. То есть удивительная личность. Вот, и, ну, ждали от него победы и в Москве, и естественно. В Москве, да. Кстати, ну, молодые обошли. Кстати, жили в одной квартире с ним. А, вот здесь, в Олимпийской деревне. Да, в Олимпийской деревне. И он как раз первый из нашей... квартиры завоевал серебряную медаль. Переживал он? Ну, все равно, наверное, остался доволен. Мне кажется, немножко как бы неиспользованные возможности где-то у него это самое. Надеялся, что выиграет. Хотя был, конечно, это самое травмирован, вот, в общем-то, на такой железной воле своей вытащил вот эту Олимпиаду. Ну, вот. Четвертая Олимпиада. Ну, да, четвертая Олимпиада. Это вообще, ну, вот это, ну, а так, конечно, очень много спортсменов и наших, и иностранных. Но вот импонировали, например, немецкие спринтера и спринтерши, но та же Марлис Гёр, потом Кох. До сих пор мировой рекорд ее на 400 метров, я думаю, будет стоять еще долго и долго. Вот, то есть очень много. А что скажете о таком явлении? Вот недавно перешел в футбол Усейн Болт. Мне кажется, это немножко... Это как Макгрегор. Макгрегор, да? Вот это шоу, раскрученная фигура. Да. Хотя, я думаю, и у него задатки есть. Да, данные физически колоссальные у него, да. Многие легкоатлеты очень хорошо поиграли в футбол. Я в этом не сомневаюсь. Ну, а в легкой атлетике это, безусловно, там звезда, да? Его 10.58, когда он вот так руки бросил, просто это я не представляю. Не представляю, какая должна быть. И 19-11 мировые рекорды. Тоже, я думаю, что вечные. А вот тоже мы раз заговорили о рекордах, ведь, смотрите, человечество же не может в таких вот циклических дисциплинах улучшать до бесконечности. Мы же в ноль не сможем пробежать, да, сотню? Да, ноль не можем.
Как вы думаете, а что будет происходить вообще, если фантазировать? Как будет развиваться спорт? Ну, все равно рекорды будут. Будут за счет чего? За счет технического оснащения, ну, вот, и спортсменов, и покрытие меняется, и... Ну вот, но не так уже будет, как вот на Олимпиаде было 36 мировых рекордов. Да. 1-2. Ну вот сейчас вот вы, если замечаете, в плавании существенно снизились вот это. То есть уже подходим к пределу, наверное, человеческих возможностей. Как вы вообще пришли в легкую атлетику? Вот почему вы ей стали заниматься? Ну, по росту вы в баскетбол можете играть, в волейбол можете играть, там греблей заниматься, значит, рост позволяет в этом. Шпагу пойти, там, я не знаю, в рапиру, потому что там длинные руки нужны, длинные ноги. Вот почему легкая атлетика? Знаете, такой произошел казус. Ну, до этого тренировался в детских спортивных школах, футбольных школах ФШМ здесь. Полгода был в Динамовской школе футбольной. А после поступления в техникум, вот на первом курсе товарищ пригласил в легкую атлетику, мне уже тогда шел 18-й год. Ну, уже да. И как сейчас помню, это произошло в день Советской армии, 23 февраля. Да. И пришел я даже не бегать, а прыгать в высоту. Ага. Ну, да. Кстати, выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Вы сразу спиной прыгали, да, стали, уже да? Флоп, уже флоп удивительно. Пошел, да. Как раз был у нас в группе такой Володя Абрамов, мастер спорта международного класса. Очень красиво прыгал, но очень красиво, имел результат 2 метра 25 сантиметров. Но так получилось, что со временем легкая атлетика на данный момент 47 видов, тогда чуть-чуть поменьше. Ну вот, на одном из стартов чемпионата Москвы на 60 метров зимой вошел в финал и продолжил уже дальнейшее выступление. Перешел к другому тренеру, к Сапее, который первый из наших легкоатлетов пробежал 10 секунд. Вот, Слав Славович Сапея. Ну вот, и вот под его руководством, как говорится, дошли. Да, Николай Александрович, вот в любом спорте, конечно, нравится побеждать. Это то, что вот заставляет, заводит. А вот в самом беге, что для вас привлекательно? Ну, во-первых, спринт – это красота. Красота, конечно. Что молодым ребятам, девчонкам скажете, например, чтобы они вот именно занялись бегом и легкой атлетикой, может быть, более в широком смысле? По роду деятельности я сейчас часто встречаюсь именно с молодыми спортсменами на первенствах России, юношеского возраста. В общем, мне пока все нравится. Пока все нравится. То есть в количественном составе спринт пока на уровне. Вот. Единственное, что надо найти второго Борзова. А для этого, наверное, надо талант природный иметь, целеустремленность, трудолюбие. Я думаю, что в скором времени появятся у нас и ребята, и девчата, которые будут на международном арене двигать дальше наш спринт.